Познакомились мы в интернете. Несколько месяцев переписывались, общались. Потом случайно встретились на улице. Увиделись с ней в парке, это было так. Разговорились, предложил подвезти. Я как настоящая женщина отказалась, конечно. Упустил свой шанс. Собрал всех наших родственников. Я подарил ей на Новый год киндер-сюрприз, в котором было кольцо. Когда я открыла свой киндер-сюрприз, там лежало кольцо с запиской «Ты выйдешь меня замуж». Сразу расплакалась. Артем и Анастасия, сегодня в вашей жизни очень торжественный, памятный и счастливый день. Сегодня вы открываете новую страницу своей биографии, создаете семью, чтобы вместе пройти свой жизненный путь. В эту торжественную минуту я прошу ответить, по обоюдному ли желанию выступаете в брак и является ли это желание обдуманным и твердым? Ваш ответ, жених. Ваш ответ, невеста. Объявляю вас мужем и женой. Поздравляю! Всегда поддержит трудную минуту. Поможет найти верное решение какой-то проблемы или самое постарается решить, чтобы я не беспокоилась по этому поводу. Она любит меня очень сильно. Я за это ее тоже очень люблю. You put my life back together.
У нас образовалась новая семья. Двери в нашем доме всегда открыты. Совет до любви. Добрый путь. Его сказала одна мудрая бабушка, которая сказала: «Ребята, ложитесь спать вдвоем, просыпайтесь втроем. И от меня до почаще». You know I can't live without you.